Руководитель регионального Роспотребнадзора Николай Павлов рассказал об опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». Накануне в правительстве республики прошло заседание оперштаба. По словам главного санитарного врача, осложнения можно уже наблюдать на 3-5 сутки со дня заражения. К тому же штаммом «Омикрон» чаще всего заражаются дети от 5 до 11 лет. В работе завещания принял участие и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Глава республики Сергей Меликов еще раз напомнил всем участникам встречи о необходимости совместной работы по противодействию коронавирусной инфекции. Мы забываем с вами историю весны 2020 года, когда благодаря шейху Ахмад Хаджи и другим позициям активным, как руководству, так и простых людей, нам удалось остановить трагедию. А мы сейчас близки к ее возврату. Только потому, что опять перестаем быть дисциплинированными. Нужно сказать, что вот этот новый штамм, он остается таким же чувствительным к тем мерам, которые мы уже принимали. То есть к мерам, которые можно принимать профилактическим путем. К антивирусным, скажем так, мерам. Поэтому соблюдение дистанции, соблюдение масочного режима, использование санитайзеров и самое главное, своевременное тестирование и определение степени поражения и ее отсутствия может все это остановить или, по крайней мере, не дать распространяться. Ситуация настолько серьезна, что вчера на оперативном штабе, который проводился под руководством вице-премьера Голиковой, были озвучены дополнительные меры, которые могут быть приняты в связи с распространением инфекции нового штамма, включая переход на дистанционное обучение, включая более серьезные меры ограничения, включая остановку и так называемый локдаун в отдельных регионах. Пока этот вопрос не стоит, он и у нас пока не стоит. Но я хочу еще раз сказать, что если сегодня не посмотреть направо и налево и не принять какие-то меры дополнительные, мы можем к этому прийти.